праздника, а вот и он. Творческие люди не умеют скучать, и подтверждение тому эти яркие и фееричные вернисажи. Вечера искусства, которые дарят всем нам замечательные мастера кисти и ремесленники. Известный художник Тигран Джавадян и талантливые брещане пригласили всех нас на этот раз на новогоднюю шоу-выставку «Брест в ожидании чудес». Среди всех новогодних мероприятий у нас в городе выделяются рождественские новогодние выставки. Их много на самом деле, они разные. Они в музеях и библиотеках, в домах культуры, во дворцах культуры. Но я бы хотела, наверное, особо выделить вот эту шоу-выставку, новогоднюю шоу-выставку, которая отличается от всех тех, что здесь на выставке происходит еще и действо. Здесь собираются художники, ремесленники, творческие люди всего города. И не только города. Я здесь видела, допустим, мастеров из Лунинцы сегодня. Но в то же время и приглашаются горожане, чтобы поучаствовать вот в этом интересном действии. Когда мы планировали сегодняшний вечер, конечно, мы учли тот потенциал и те возможности, которые есть в нашем городе. То есть на сегодняшнем мероприятии участвует не просто наш городской клуб, участвует также Белорусская ассоциация, также участвуют солисты и артисты Дворца культуры профсоюзов. Жизнь показывает, что когда мы объединяемся, мы можем все. Вот буквально все, и это не просто слова, и сегодняшний вечер тому подтверждение. Посмотрите, сколько интересных мероприятий мы сегодня подготовили. Здесь можно было встретить прекрасных дам в вечерних нарядах и кавалеров во фраках и цилиндрах, принять участие в мастер-классе по изобразительному искусству и розыгрыше картин, вдохновиться творчеством художников и ремесленников. Гостям шоу было чем заняться и на что посмотреть. Сегодня наша ассоциация творческих людей и клуб «Наследие» открывает эту прекрасную новогоднюю выставку «Маскарад» в преддверии рождественских праздников, новогодних праздников. Естественно, для радости в первую очередь жителей города, гостей города. Может быть, и, конечно же, для самих нас, художников, мастеров, мы хотели подарить, естественно, яркое новогоднее настроение. Сегодня на зимние композиции, медовые свечи, золото инков, серебряная тайна, ледяное дерево. То есть сегодня новогодние в основном композиции. Но вообще-то этот сад никогда не завянет, листья не пожелтеют. Они будут как бы вечные, символизируя удачу, богатство, здоровье. Участники новогодней шоу-выставки получили множество ярких впечатлений и мощный заряд позитива. А ведь всем известно, что он прогоняет все беды и болезни. Людмила Лагудич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.